оппозиционный блок призывал провести внеочередное заседание в этот период. Мы призывали это сделать не в связи с тем, кто будет премьер-министром, потому что мы считаем, что от того, кто будет, останется Арсений Петрович, придет Гройсман, либо Ириска, либо Турчинов, либо кто-то еще, в рамках этой коалиции ничего принципиально не поменяется. Наша мысль была в том, что мы обязаны собраться и принять те изменения в бюджет, которые предложил оппозиционный блок, в первую очередь части индексации заработных плат и пенсий для наших граждан.